И заключение информации из Шымкента. Здесь, в Шымкентском зоопарке, выбирают клички для львят. Его сотрудники озадачили всех вокруг, предлагая приобщиться к такому радостному событию жителей и гостей мегаполиса. Здесь родилось сразу трое малышей львят. К слову, львята появились на свет 2 месяца назад. Все это время они находились в закрытом вольере. За ними был особый уход. Маленькие хищники уже бегают по открытому вольеру, чувствуют себя хорошо, но питаются пока только молоком матери. Оставить свои варианты имен может каждый желающий на официальной странице зоопарка. Администрация заверила, что они выберут самые креативные. Пока же лидируют клички Шым, Чим и Кала. Тройняшки резвые, но чуть боятся людей. Вот у нас 2 мальчиков, а это девочка, а этот самый резвый. Ждем, пока им дадут имена. И призываем всех казахстанцев принять участие. Имя Симба не принимается, так как папу зовут Симба.